Капитальный ремонт вместо текущего как причина для прокурорской проверки. Сотрудники надзорного ведомства выявили факт нецелевого расходования бюджетных средств, выделенных учреждению из территориального фонда обязательного медицинского страхования. На этот раз провинились медики областной клинической больницы. В ходе проверки выяснилось, что потрачено было 200 тысяч рублей. Средства после вмешательства прокуратуры вернули в ФОМС. Возбуждено дело об административном правонарушении. По результату рассмотрения, постановлением должностного лица УФК, то есть Управления Федерального казначейства по Ивановской области, учреждение привлечено к административной ответственности, наложен штраф в сумме более 11 тысяч рублей.